вами Азот Плей, Бригада Федор и Новиков Гой Плей, или просто Ярик. Бля, лагает. Всем привет. Хорошее начало. И сегодня мы играем в игру Serious M3, начинаем кооператив втроечком. Это что-то новенькое, втроечком кооператива еще не было. Ой. Ой. И что же? Нифига себе, меня круто. Фига, ты мне что, каянный зуб выдал? Очень мясная игра. Очень мясная игра. Колбаску будем резать. Мне, наверное, все уже играли. Бич! Колбаску. Молоток! Пошли. Все берем. Ну, я взял. Ба, я слуп поломал. Ух. Саня, у нас вообще тут монстр. Я играю в роли этого, ковбоя. Ну да, ты можно. Можно сделать вид от третьего лица. Я делал вид, смотрели от третьего лица, блин, прикольно. Не очень. Ну, да, вот стрелять как бы не очень. Надеюсь, тут своих нельзя убить? Да не... Ну-ка, да, я ударю тебя. Friendly fire. Отключили уже. Нельзя убить. О, честно, я баба. Давай. Короче, мы потерпели там крушение жесткое. Ну, да. Этого видео вы не видели? Начальный старт, как говорится. Так, ладно. Что происходит? Куда идти вообще? Я вниз сейчас... идти. А, во-во-во. О, там что-то горит, я что-то вижу. Да там вертолет наш. А, во, лестница. Такой, ничего себе вертолет. Я лестницу потерял вообще. Ну тогда мы фиксики. Так. Что тут фиксики? А потом. Я говорю, что-то горит, блин. Фиксики? А ты где? Большой. Ой-ой-ой, иди сюда. Потом кого-то уже бьете, да, если я слышу. Да, я уже ударил. А ты еще в доме, что ли, или что? Да, да, ну я смотрел комнаты. Давай, я тоже просмотрел там. Давай, выходи. Нужно уже. Мы тебя ждем. Жесть. Девушка такая опасная. Ну ладно, пошли. Ну, вау. Где кто? Какая добрая игра. Какая тишина. Иди сюда. Это слабак какой-то, походу. А что у меня он так, эту кувалду так на это напрёк? А у меня тоже засыпал. Это если бежать. А, да? Нет. Лол, смотри. Лол. Как ты его убил? Я через стену его убил. А что тут написано? Через стену. А! Сразу на нах! Фига, блин. Да. Вот это жесть. Всем наш герой. А тут стену попадет. Да получи. А! Обьешь? Это вообще-то классно. Да стоять! За вами там, блин, да. Фига им прям. На. Капец, по спине ему. Просто море крови. На. Мясо. Очень кровавая игра вообще. По жести. А, это я, блин, я только на него замахнулся. Тут ну-ка, а можно столбы поломать? Тут базарят, кто базарит? Чё это такое за... Кто кому-то ногу там оторвал. У меня 51 хп, тут хпшки можно собирать. 56. А, вон, ребят. Я нашел куда идти. Куда? Спираем. Мы тут вообще с Яриком. Какой-то наверх. Попрыгай. Чё тут? Ух ты, нифига там здоровье. О, кеды. Я кеды нашел. На один секретный классический костюм. Ох ты, кеды. Кеды. Подожди, я что-то вас потерял. Кедоны. Я не... Помнишь ты где? Какая-то игра дерзкая слишком. Это резко, блин. Да, резкая игра, очень сильная. Как-то мышку верчу, знаешь, она резко так все это. Я вас потерял. Я вас потерял. Федор опять кого-то мочит, полюбил. А, вот, вот. А где ботинки-то вы видели? Пошли, пошли, за мной. Идешь за мной, да? Во-во-во-во-во! Че за инопланетянин? Ну. Нифига. Я ходил. Вот сюда, наверх, еще раз наверх. И там на балкончике кеды. А я здесь прыгну, пожалуйста. Стой, кто-то упал. А, пробито. Пщу. Ну давай сейчас я подберу. А я на остановке постою. А, вот я куда упал, ё-моё. Я вас подожду на остановке. Офигеть, тут столько всего. Да, взял кеда, только мне ничего не дали. Ну ладно. Так. Не, ачивку не дали? Нет. А, это, наверное, только в компании. Так, ну ты же первый. А, вот я их. Вот они все, всё, я вот вижу, давайте, можем идти. Фига, ну-ка стой. Чё? А ты ударишь. Пыль такая. Давайте здесь задымимся. Погнали. Вы не смог только что дымиться. Кровавые, у вас тоже руки? Да. И кувалды. Да.
В бой. У меня кувалда больше кровавая. О, опять снова. О, что такое? Все мыльное. Да, что-то мыльное. Прячемся. Че? Ни хрена. Ебать, это че? Фига, это что такое? Смотри. О, ни хрена. Ё-моё. О, это за мной, пацаны, все. Смотри, о, он растворился. Мама кушать зовет. О, смотри. Еба. Дом разрушился. Но. Да это, короче, Battlefield'ы. Так, говно. Всё, жоп Battlefield. Покупайте серию с 3. 60 рублей. Так. О, где-то враги. На, Спарта! На! Вообще... О, вон они бежат. Дичь! Тянины. А это кто такие, смотри? Какие-то дебилы, я не знаю вообще. Лишний бой. Пошел. Пацаны, смотри, что у меня есть. Во-во-во, я шлем нашел, броню. Оторвал, я бы сердце оторвал. Пошел. Отдай мне глаз, скотина. Офигенно. О, броня, кому броня нужна? Тут броня нормально, есть. Нормально, а тут все. Каждому броня выдается. Тут как бы если один берет, да. Ну так неинтересно. Типа, кто быстрее взял, тот и это, тот того и тапочки. Да. А, вон он ты. Побежали. Че это такое? Это реально дерзкая игра, как-то резко прям. Это ж непривычно. Да, блин, о, пистолет! Е, пистолет! О, тоже пистолет вижу. Я вот рупака. Нифига, это Дигл? Это Дигл, ёпта. Ну-ка, спой-ка песню про Дигла. Мистер Дигл всех убил. Всем колени прострелил, кто-то орёт. О, ёпта! Ни хрена. А я с кулаками буду. Нифига себе, у меня весь Дигл красный. Я экономлю. Кровавый. Во, смотрите. Кровавый Дигл. Кровавый Дигл. Что-то как-то не то. Нифига тут бомбермены. Ты отходи, а то сдохни сейчас. Стреляйте. Я отошёл. Отошёл. Я вообще стреляю с этого, с пистолета. С пистолета. Тут бесконечные патроны, что ли? А, бесконечные? Да, ну ты выстрел, стрелочки есть справа. Сейчас. А, точно, нифига себе. Чё тут в углу стоишь? Это ещё... Ай! Пипец, на меня что-то вообще какая-то жесть творится. Пошли! Чё? Вперёд! Так, погнали. Так, о, сколько там этих? О, опять орёт, ну ёпта! Играли уже так, плевать на этих... Аллах Акбар! Тут куча аптечек, вы чё не... А, пацаны, это джихад! Бежим! Где моя кувалда? Давайте обратно мне кувалду. О, она уже чистая. Моя кувалда чистая. Вызываю штаб на. Бронька. Штаб. Ну это вообще какой-то джихад. У меня уже 97 хп, вы бегаете. Ни хрена! Вы посмотрите, сколько их. Где вы? Фига музон тоже. А вы где сейчас? Подождите, стойте. А, вы вообще сзади там. Ой-ой-ой. Конец связи у меня. Фига музон сыграл. Походу YouTube забанит нас. Распространяйте музыку. Сильно на них не нарвайся. Фига, на меня такая орда, у меня 6 хп осталось. А зачем сильно на них нарваешься? У меня 13 вообще. Я вообще за... У меня 47. Я вообще за машиной с Дигла стреляю, вы чё? А я первый полез, я думал, ничего не будет. И... Ничего не будет. Мне... Ошибка года, блин. А почему я, когда на вас навожусь, у вас красное становится? Тут что, Friendly Fire включен? Да ничего, господи. Не красный. Просто прицел. Да. Блин! Становится жертвой камикадзе. А, это камикадзе. А, я понял, это... Ну-ка, стой, Сань. Фига, вы вообще где там бродите? Давайте ко мне. Ну такая орда, пиздец. А стой, ты, да ты не беги. Вот, я сзади вас тут. Ой, нифига, это просто показывает. Вот, он вообще перебил всех. Давай, я бегу. А сколько патронов? Смотри, вертолет разбитый. Нифига тут припасы. Так я броню тут взял, так все. Нормально. Музло качает еще, знаешь, под тему, так нормально. А я так-то музон отключил на всякий случай. Так. О, 49 хп, все. А! Блин, пистолет. Щук. Тут здоровье есть сюда ногой? Вон они, вы что там? Сюда, пацаны, Дигл возьмите и наеду. Вау, полегче. Когда удар. Нифига, я пинаю их, нифига.
Так, Чака Норриса. Ну-ка, сейчас посмотрим. Прикол! Они потрактаются вообще прямо на моих глазах. А, пандермены! Да, да, и тут вообще толпа, они прямо на моих глазах возрождаются. Фига. Еще эти одноглазые-то. Ай-яй-яй-яй! Вот это жесть! Вот это хорошо. Нифига! Фига орёт прям зон! Вообще жесть! Вот это выигрывает! Стальмолк! А, это блин, я думаю, это яек! Где? Мясо где вроде? Я слышу! Прибейте его! Не, там ой-ой-ой-ой, меня врезается прям. 1 хп, ё-моё! Ой-ой-ой, у меня 12 хп осталось, да, это жесть. Я один. На меня эти гранды принесло человек. Писец. Сзади. Орёт. Орёт! Да ладно, чё, я бессмертный вообще. Тут возрождаться можно, это повезло. Ну да, сразу возрожд... Ау. Блин! Что чё было? Нифига ты. Возродился из мёртвых. Вот бы так жизнь, да, тебе машина сбила, такой, оп, возродился. Чекпоинт. Побежали во дворец, пацаны. Давай. Там Аладдин, наверное. О, хпшка. О, пацаны, тут вообще дофига хп. О, у меня какая-то открылась. О-о-о, у меня войти. Где еще музей найти? Профессора. О, давайте покупаемся. Музей. Зачем всю эту войну? Я буду купаться. Вода грязная. Ой, блин, я стреляю в воду, у меня даже что-то это нету. Ошметков от воды. А, нет, есть. У меня есть. Есть, ты че? А вот здесь я когда сидел? Когда вы сидите, вот сядьте в воду и стреляйте, у меня ничего нету. Когда стоите, это... Да, кстати. У меня есть все, у меня все есть. Нет, ты сядь в воду, сядь на центр, не сядь. И постреляй в воду. А, ну понятно, ты слишком близко. Ага, оправдывай игру. Теперь. Да. Так, дальше куда? Чересчур хорошая игра. Все спокойно. Войти в этот музей сам. И много аптечек, значит сейчас... О, броня, ёпта, жизнь броня. Блин, Ярик такой за девушку играет, это хорошо. Чё-то мне не нравится. Мне ещё написали. Я вообще за них играю. Стой, я врага! Где враг? Где? Во, на крыше стреляй! Скелетон какой-то. Вита скелетонина. О, в дверь заходите. Заставка. Начнем нашу экскурсию. Прикол. А где экскурсовод? Конечно. Ну так это, наверное, первая глава. Вот в паутину, вот следующая уже глава пошла. Ну вот я сейчас тогда на этом закончу. Все, вот у нас и заставочка. Или не заставочка. Нет, не заставка. Это заставка. О, фонарики. Так, вы где? Ага. Ты что, опять пересмотр какая-то? Мы переместились в страшную карту Гаррис Мода. Да. Ну смотри, реально похоже. Это ты стрелял, что ли, в железную дверь такую? Да. Нихуя, уж испугался. Ладно, давайте на этом закончим. Это, можно так сказать, был смотр игры сначала. Ну-ка, погоди, стой. Ну-ка, встань. Фига, как ты держишь Дигл. Посмотри, как он держит. Ну-ка, стой. Ну опасно. Знаешь, держит как это такой. Нифига ты его держишь. Пипец. Ты так держишь близко к лицу, когда все стрельнешь, все нос сломаешь. Не. Ты вообще как-то это странно держишь. Да потом ты потом посмотришь на запись. А, ну да. Не, вы у меня вроде нормально держите. Знаешь, так близко к носу, как будто это. Ну ладно, все, на этом. Тихо. Не надо так сидеть, мне это не нравится. На этом мы будем заканчивать. Да тихо. Давай, заканчивай. О, чё? Это сопли на полу! Ёбатовою, я не буду стоять. Это всё, мы там чихнул? Заканчиваем первую часть, во второй части уже увидимся, посмотрим, что же эта катакомба таит вообще в себе. Всё, это музей. Плей, бригада Фёдор и Новиков Гойплей, или просто Ярик. Всем удачи, пока.